Когда впервые отметили День металлурга, в каком году побили производственный рекорд и сколько на самом деле обязанностей у работника? На эти и другие вопросы отвечали участники IQ-бойни. Битва умов собрала более полусотни человек. Создаем условия для развития в спортивном, да, направлении, но и также в интеллектуальном развитии. И вот эта игра создана была для новотрудников, для того, чтобы собрать вопросы про историю завода. Сотрудникам предложили ответить как на простые вопросы о Первоуральском новотрубном заводе ТМК, к примеру, в каком году создано предприятие и кто руководил им на протяжении 30 лет, так и на сложные, о нюансах Трудового кодекса. Еще в ходе игры металлурги освежили в памяти правила оказания первой помощи. Такие курсы тоже проходят на предприятии. Первое место по итогам турнира разделили сотрудники завода управления и централизованной службы входного контроля, набрав одинаковое количество очков. Лидеры и призеры получили денежные сертификаты на покупку товаров в интернет-магазине. Такой турнир прошел впервые, его планируют сделать традиционным. Вопросы очень интересные. На какие-то, конечно, мы и ответили, на какие-то и нет. Но данная игра, я думаю, нас больше сплотит.